Накануне Дня защитника Отечества в Твери во Дворце культуры «Металлист» прошел детско-юношеский фестиваль «Правнуки Победы». Личные истории о героях Великой Отечественной войны звучали от учеников 12-й, 17-й и 21-й школ Твери. Память о подвигах тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, бережно хранится в каждой семье. Письма с фронта, черно-белые фотографии передают из поколения в поколение, чтобы помнить, какой ценой досталась победа. Я снимала про прадедушку Геннадия Михайловича Зайцева. Он был подрывником, жил в городе Кашине. И одна из улиц города Кашина, с которой он ходил на войну, в наши дни носит его имя. Второй мой прадедушка, он героически погиб от смертельного ранения в голову. Организаторы отмечают, что главная цель фестиваля – это увлечь молодежь сбором информации о своих родственниках, участников Великой Отечественной войны, ее изучение, сохранить и оформить ее в многообразных формах. Годы бегут, время летит, и уже в наше время практически не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Так давно была уже война, хотя вроде бы она была совсем недавно. Представители отдела культуры Тверской епархии и студии телепрограммы «Акценты» помогали школьникам в создании их видеорассказов, которые продолжают правдивую летопись победы. Они роются в интернете, в архиве, с родителями занимаются, пишут сценарии. Потом ребенок сам участвует в этом проекте, он сам озвучивает фильм, сам на экране. Этот фестиваль «Правнуки Победы» состоялся при поддержке Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России, основу которого составляют работники Тверского вагоностроительного завода. На предприятии чтут память участников боев и тружеников тыла. Завод работал практически всю войну, выпуская продукцию для фронта. На Тверском вагоностроительном заводе в разное время работали 7 героев Советского Союза, в честь троих уже названы улицы. И работники выступили с инициативой, чтобы еще 4 улицы нашего города были названы в честь 4 героев Советского Союза. И это только часть мероприятий, которые планируется провести в год памяти и славы. Тверской вагоностроительный завод и Тверское региональное отделение Союза машиностроительной России постоянно ведет патриотическую работу, оказывает помощь в реконструкции и обновлении объектов исторической памяти военных лет на территории города и района.